Срочные новости поступают в эти минуты из Краснодара. Там произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Все они госпитализированы. Под завалами, как передает ТАСС, может находиться еще один ребенок. На месте ЧП сейчас работают спасатели. Из-за взрыва обрушилась часть стены, кровля и несколько балконов. Всех жильцов дома эвакуировали. Специалистам предстоит оценить, есть ли угроза дальнейшего разрушения здания.